Ну вот, ребята, нашел я интересные кустики. Тут деревце такое. Вот. И установил я ловушку. Держится крепко, видите его. В принципе, не так сильно шатается. Хочу обратить внимание, что я завязываю из веревки петары. Связываю ловушку я веревкой из петары, видите, да? Вот она. Пластиковая такая веревка. Как говорится, альтернатива обыкновенной проволоки. Вот такой медной, алюминиевой. Вот на дереве она сидит крепко, вы увидите. Недалеко две деревни. Во. В принципе, такой вдоволь можно веревки сделать. И будет классно она и держать ловушку. Перспектива, в принципе, тут тоже этого места неплохая. Повторюсь, это дерево черемуха вот такое его. Возле реки недалеко. Небольшой вот тут ручеек, топь тоже. Камыши там. В принципе, место хорошее. Вот такие вот дела. Здравствуйте, ребята. Всем привет. Это снова вы, это снова я. Снимаю его оперативной съемкой, потому что привязал фотоаппарат к дереву. И сейчас буду устанавливать ловушку вот эту, что возле меня, не знаю, видно она или нет. Вот использую такую вот я веревку из пластиковых бутылок. Кому интересно, думаю, вы сможете увидеть сейчас в живом времени, как я ее использую. Вот наматываю, она очень мобильная. Если даже она порвется, ее можно связать быстро и легко. Монтаж производится ловушки довольно неплохо и удобно. На перспективу, как говорится, Райлову классно иметь такую вот веревку. Эта веревка вяжется и узлом, и так, как хочешь, в принципе. А если делать все аккуратно и двойной, как говорится, вязать веревкой, то она вообще крепкая, очень сильная. Я потихоньку тут на дереве сижу, погоды нет. Настоящая роевая погода. Хотел сегодня пчел поглядеть, но синоптики показывают на карте осадков, что будет временные дожди. В камере, наверное, тоже слышно, что сильный гул, ветер. Вот, погода никудышная. Медоносы не цветут толком, не выделяют. Точнее, они цветут, но не выделяют нектар совсем. Это сказывается отрицательно и на медосборе, и на развитии семей. Ловушку я уже почти укрепил хорошо. Тут остались мелкие нюансы, сейчас погляжу. Но она держится крепко. Поближе вам сейчас покажу ее. Вот установил я на уровне где-то 3,5 метров. Место хорошее, перспективное, но думаю, что тут хоженое оно. Охотниками, скорее всего, потому что тут много дичи. Вот сейчас косулю встретил. Вот. Ну, будем надеяться, что охота закрыта до почти конца лета, до начала осени. Думаю, тут сильно ходить никто не будет. Вот тут водопой. Вот, пчела должна залетать. Дерево хорошее, я вам визуально покажу. Я давно на него присматривал повесить ловушку, но все никак не удавалось мне. То одно, то второе, не хватало ловушек. В этом году, я говорю, 20 ловушек уже я установил. Может, еще пару штук, если будет время. И вот и позволять погода, то я установлю. Пока в отпуске, говорю, максимально устанавливаю ловушки. Такие вот дела. А сейчас вам покажу поближе, как я укрепил. О, она не шатается, все крепко держится. И с такой веревкой легко демонтаж потом делать. Сейчас вам покажу. Ну вот видите, вот такая веревка, вот что она из себя представляет, нарезанная по 5 миллиметров, грубо говоря. И вот двойным где слоем вот навязываю, она крепко вот держит. Вот вы видите, удобно она держится, хоть и дерево такое вроде ничего, да? Вы видите, ну посмотрим, сейчас я слезу с дерева, покажу вам. Ну вот вы можете на заметку взять вот такую веревку, если вам надо сделать.
быстро и оперативно для подвязки там чего-нибудь. Я везде ее использую, и в быту, вот, на огороде, на даче. Его применю сейчас вот для подвязки раевень. Вот. Тем более она дармовая, квас пиво, думаю, многие пьют, напитки всякие. И могут использовать вот такую, делать веревку для всяких нужд. Ну вот, установили мы ловушечку, видите, как она стоит классно, установлена она вообще суперски. Лед как раз на север идет. Вот сама по себе вот такая толстая, перспективное дерево. Тут как раз небольшой пролесок такой, болотце есть. И сюда по-любому прилетят раи, должны, по крайней мере. Тут на перелете нескольких деревень. Как раз перекресток получается. Место перспективное. Так что, если вам понравилось видео, обязательно ставьте вот такой палец кверху. Подписывайтесь на наш канал. Не забываем нажимать на колокольчик оповещания. Всем пока-пока, до новых встреч. Следите за новыми видео.